XX, с вами Ливикс. Всем привет, я Алиса. Сегодня я забрала посылку из игрушечного магазина во Франции King Jouet. И здесь у меня целых 4 спойлер-куклы. Ой, они очень-очень-очень-очень-очень крутые, вы их наверняка знаете, поэтому давайте не будем терять время. А ты пока подпишись на мой канал, мой телеграм, сообщество ВК и другие мои социальные сети, ссылки будут в описании. И также ставь колокольчик. И давайте начнем вот с этой посылки. Немножко СМР. И да, так как скоро Хэллоуин, то я, видите, немножко одета соответствующе. У меня сердце пятки сейчас уйдет. Я вижу, что они никак не запакованы. Друзья! Так, здесь еще кинжи. Посмотрите! И это Wednesday Addams! Боже, мне кажется, это одна из самых долгожданных кукол в Monster High, по крайней мере. Да нет, не то чтобы за последнее время, вообще. Кто смотрел сериал, пишите обязательно в комментарии. Я его смотрела, мне кажется, пару или тройку раз. И, честно говоря, в преддверии второго сезона хочется сделать это еще раз. Ну а что там, всего лишь где-то там 7-10 серий по часу вообще просто пролетает незаметно. Ой, ну она такая милая. И это Wednesday Addams в базовом ее варианте, то есть школьная версия. Галстук, выразительный ее пояс и колготки-паутинки добавляют форму Nevermore Академии. Интересный, конечно, дизайн обуви. Обязательно рассмотрим его в обзоре. Пиши в комментарии и ставь лайк, если хочешь увидеть это. И в комплекте у нее есть подставочка. Судя по всему, она классическая. Рюкзачок и очень милая такая деталька. Это вещь. Да, я его назвала деталькой, но окей. Но здесь еще есть одна куколка. И да, как вы можете заметить, это еще одна Wednesday Addams. Дайте-ка посмотрю ее мейкап. Все окей, одобряем. Если вы хотите розыгрыш куклы, то обязательно пишите в комментарии, и, возможно, я это устрою. Но, скорее всего, в моем телеграм-канале. Итак, мы распаковываем с вами еще кукол. Вы первые ее видите. Боже, она вообще шикарная, ребята. Мне очень нравится этот персонаж, она суперская. И это Wednesday Addams в ее уже бальном варианте. Смотрите, как у нее переливается коробка, такая вся серебряная. Удивительно, кстати. Ну и не черный вроде как, и не белый, да, как бы вечеринка-то у них была белая. Но потом, правда, стала красной, да, ну как бы не будем обсуждать причины этого. Выглядит прям очень супер, как подарок и вообще вещь коллекционная на полочку. Кстати, если вы смотрели мое прошлое видео, то мы с вами доставали из коробки сет коллекционный Wednesday Addams и Мартиши Адамс, ее мамы. Вот они являются с коллекторами и коллекционными куклами, которые как бы, ну, тяжело, да, достать. А это Wednesday считается вроде как доступной всем. Посмотрим, реально ли или нет. Тут еще коробочки, ну, я думаю, вы можете догадаться. Я просто никто не кормит, мне решили положить маршмеллоу. Спасибо. Бумажечки от King Jouet. И... вот так вот у нас все красиво переливается в кадре. Это еще одна Wednesday Addams в бальном варианте. В таком костюмчике, костюмчики красиво. Если тоже хотите конкурс, пишите в комментарии, и мы рассмотрим ваши заявки. Напишите в комментарии, на кого в первую очередь вы хотите обзор. Обязательно подписывайтесь на мой канал, мои социальные сети, включая Telegram. Там будут анонсы всех новинок. Не забывайте смотреть мои YouTube Shorts. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!